Третий плановый этап реализации проекта Blockchain Capital – это внедрение системы Battle. The Battle в переводе означает «сражение», «поединок». В конце июля 2020 года, немедленно после реализации Custody Service, был объявлен первый набор желающих пройти боевое крещение. И тут же раздались голоса. Может, название более удобное, удачное подберем. Может, поменяем это название. Может, это не подходит к менталитету людей и прочее. Возможно, в этом хоре голосов звучал и твой. Тогда я прошу ответить мне на вопрос, почему у нас возникает желание совершенствовать то, что даже мы ни разу не попробовали? Как мы можем рассуждать о том, что мы ни разу не пропустили через себя, не испытали на своем опыте? Откуда это? Ты еще не был на батле? Или пришел, посмотрел, пару часов посидел, может быть, позволили тебе, или пару дней, и начинаешь что-то обсуждать, что-то говорить, что-то предлагать. Опасная тенденция, друзья. Тенденция опасная. Ведь Blockchain Capital – это наш бизнес. Мы с вами вместе создаем этот бизнес. Нам его беречь и развивать, в том числе беречь от ошибок наших собственных. Вот что самое опасное может случиться. Сами. Я видел батлы. Я участвовал в них. Не 10 раз, а гораздо больше. Я видел батлы успешные. И я видел батлы комические, которые были изуродованы, буквально изуродованы всякими теоретиками и бизнес-тренерами. Ну, во-первых, давайте про название системы. Откуда оно? Батл. Наполеон Бонапарт сказал, я не слышал, но говорят так, что он сказал. Народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. То есть, как это можно понять? Народ, который не готовится к войне, а война идет постоянно, этот народ быстро проиграет. Слова актуальны по сей день. Применительно, например, к нашему бизнесу слова гения можно перефразировать, например, таким образом. Кто-то, если воспринимает бизнес как что-то очень мирное, как обучение, например, как реклама, взаимопомощь, тренинги и тому подобное, тот быстро потеряет свой бизнес и окажется в чужом бизнесе. Технологии не делают бизнес менее конкурентным, людей более добрыми. Бизнеса побеждает тот, кто решительный и наиболее организован. Побеждает. Кто-то должен победить, кто-то должен проиграть. Это обязательно. Побеждает тот, кто требователен к себе и к своим партнерам, к своей команде. Конкуренция, между прочим, конкуренция – это не просто конкуренция, это смертельная битва. Мы приводим примеры Моторола, который игнорировал и проиграл конкуренцию от Apple. Крупнейший производитель кнопочных телефонов Моторола – это можно сегодня сравнить как, например, Google или Facebook. Огромный гигант Моторола. И миллионы конкуренции проиграны, и миллионы семей остались без кормильцев, без источника существования. Я не преувеличиваю. Вот что такое конкуренция? Бизнес в целом – это опасное занятие. Я не хочу никого пугать. Бизнес – это очень опасное занятие. Кто выиграл конкуренцию, получает все. Если ты задумал делать бизнес, то должен прежде всего знать вот следующее. Бизнес – это как вот осадить город.
и затем завоевать его. Потребуются ресурсы. Потребуются ресурсы, деньги, силы, физические силы, интеллектуальные, люди и колоссальное терпение. Потому что победитель получает казну города, территории, дороги, торговые пути, виноградные поля, винные погреба и красивых женщин. А иначе за что воевать? За что рисковать? Проигравшие попадают в зависимость, будут унижены. Бизнес, конкуренция – это битва насмерть. Тебе никто, и нынче тоже, не пригонит под окно Мерседес за красивые твои глазки и за какие-то умные идеи. Можешь – делай. Не можешь – не мешай под ногами. Со своими идеями там из интернета, прочее, прочее, прочее. Бизнес требует смелость, отвагу и, если хотите, доблесть. Лидер – бизнесмен обладает всеми этими качествами и ищет партнеров именно таких же, которые проявляют именно эти качества – доблесть, отвагу и смелость. Такая команда, только такая команда может одолеть смертельную конкуренцию и окажется на заслуженном пьедестале победителей. Ну, рассказывать про батл это все равно, это бессмысленное занятие, это все равно, что повторяет, например, халва-халва, во рту слаще не будет, и во рту халва не окажется у тебя. Но есть мнение тех, кто прошел батл, ну, во-первых, первое мнение – это не смертельно. Страшно, но не смертельно. Второй вывод – это из практики. Не каждый, между прочим, сможет преодолеть батл. Продержаться даже 5 дней сражения. Это точно. Не торопитесь, мои уважаемые коллеги, лидеры. Не торопитесь. Проверьте себя, пожалуйста. Я верю в вас. Но вы тоже проверьте себя. Сможете ли вы сами продержаться 5 дней батлу, сражения? Если кто-то ушел, тот ушел, понимаете? Уважительная причина там... Бабушка забеременела, интернет подвел, там врача вызвали маме. Это отмазка. Отмазка, это, ну, дезертир, он и в Африке дезертир, понимаете, ушел, все. Надо было съездить, там надо было решить, все это отмазки. Если ушел, значит, это уже факт. Ушел, значит, не продержался. Вот в чем трудность. Прошли с моим участием 4 батла. Можно делать кое-какие уже выводы. И что интересно, партнеры, от кого я ожидал, прежде всего, доблесть, отвагу, стойкость, они на этот раз не проявили свои эти качества. Я не говорю, что у них нет этих качеств, они не проявили. Селяви, что сделать? Life is life. Такова жизнь. Лучше узнать, я думаю, партнера и их его намерение за 5 дней батла, да, чем находиться в иллюзии и ждать чуда, например, от нового партнера, ну, в течение нескольких лет. Нет, мы не даем оценку человеку, боже упаси. Мы просто узнаем намерение за эти 5 дней своего партнера. Либо он готов с тобой пойти до конца, либо пришел смотреть и, ну, просто понаблюдать. Это его право, это его право. Мы не даем оценку, но у тебя тоже есть право решать, кому посвящать свое драгоценное время и с кем поделиться с 5-6 миллионами долларов, которые вы заработаете вместе. И будет, эти деньги будут поделены вместе, согласно нашему карьерному плану. Многие заблуждаются, что батл – это якобы... еще один вид обучения, тренинга. Если честно, скажу вам, что тренингов и обучения в нашей компании уже достаточно. Достаточно. Батл – это организации дела. После обучения войск нужно их повести в бой. Бой. Нужно организовать движение войск.
Движение, организация движения войск – это совершенно другое занятие. Другое. Солдат не станет из койки, простите, пока не услышит четкую команду «подъем, строиться». Если даже солдат очень хорошо подготовлен и обучен, он не встанет. Кстати, про армию, про войска. Армия, вооруженные силы – это система управления, где высочайшее уважение к личности. Именно в армии я столкнулся с высочайшим уважением к человеку, к солдату, к офицеру. Ну, нет ничего великолепнее, чем четко отданный приказ. Продуманная, уверенная команда вперед. Это высший пилотаж управления. Представьте, вам необходимо создать команду. Необходимо создать команду для организации больших продаж. Можно ли создать команду только, например, обучая, только тренируя, помогая? Затем постепенно все это превращается в вытирание слез, соплей. Так? Простите, многие из нас уже сегодня обвешаны соплями. Сами знаете. Увлекаясь обучением и тренингами, мы вступаем в опасный путь. Воспитание иждивенческого отношения у своих партнеров. Это страшно. Люди быстро становятся вечными студентами. Учи меня, понимаете? Так? Я знаю многих, кто, я очень многих знаю, кто буквально подсел в разные тренинги. Тренинги – это наркотик. Это вот реальный наркотик. Психологическая зависимость. Это затягивает, это отбирает много денег из семейного бюджета, между прочим. Но поверьте, польза от тренингов мало. Не буду раскрывать военную тайну, кто прошел батл и кто понял смысл этой технологии, тот никогда не расскажет об этом никому. Ну, кто будет рассказывать, значит, не понял. Бывает, часто показываешь на Луну, да, а человек обсуждает твой палец. Бывает такое. Коллеги, батл – это сила. Партнеры, кто прошел батл, повысили свою эффективность в несколько раз. Мы получили мощную технологию. Технология начинает работать немедленно. Технология не требует обучения. Процессы все отработаны до нас. Они давно уже проверены на практике до нас. Все расписано поминутно. Поэтому в сентябре компания Blockchain Capital запускает процесс батла, как мы говорим, в боевом режиме. После базовой конференции даты будут объявлены. Приготовьте свой боекомплект, то есть это хороший компьютер, хороший интернет и мобильный телефон. И заранее установите Google приложение. Готовьтесь к битве, друзья. Сентябрь не за горами. Инвесторы ожидают от нас серьезных результатов. Мы верим в идею коллективного обогащения. Мы пришли всерьез и надолго.